Сегодня в нашей программе вы услышите рассказы на бурятском языке об отце Иоанна Крестителя и о том, каким необычным способом его сын получил свое имя. Прочтение Светланы. Ободряющее стихотворение Лилии, а также Елена прочитает вам стихотворение Рождества. Приятного слушания. Захария, голосо бурхне, як дмалте хорлдене. Паїр мен ваша, хужали ордете, ще лихо сенде дурдек даган, і лихо ргуде та хьолдеже, і лихо їде єврейзам, їхо хуше кунде бедлда ародбега. Тединер хидей зон жилсо, оренго сангу бега. Ассирин, Вавилоне, Греге, Гулы-гулды, Риме, Дешалсы, Седынии, Дарна, Забегнию. Борхам, Ордын, Уисакта, Адляр, Арабзанда, Лундесидор, Данжолан, Орецшалан, Хлыхие, Балютбега. Гулсын, Лунденша, Малахия, Исусе, Туркага, Таман, Жанжалы, Орда, Азагова. Тимыгэ, Арабзан, Кошекунда, Бедалда, Бехада, Седынии, Харин даралтага сулуша, зырши сычхалини борхамда хандуха, яте мэдулык даху Христос, заларан ирыха гыжэ кулежы бэга. Гыбыще борхам Иисус Христосы заларан ирыха мордыты, арыз дыние ерылгыдын, киан гыжы мэрэте залуху нырыш.